Можем начинать? Поехали. Ника Бабинова, что это значит? Баринова. То есть у тебя с дикцией, да? Нет, это у тебя. Хорошо. Ну, давай опустим. Опустим. Давай еще раз. Давай переговорим. Хорошо. Начнем заново. Все, начал заново. Ника Бабинова, что это? Дубль три, давай еще раз. Ника Баринова. Ника, как ты сказала, Баринова. Да. Что это? Зачем это? Куда? Загорел хорошо. Спасибо, спасибо. Ну, давай. Что это? Зачем это? Куда это? Куда это? Что? А, это про меня. Да. Короче, пою я. Это да, это мы все как бы вот... Еще танцую немножко. Немножко танцуешь. Да, ну, для того, чтобы... Секс какую роль играет вот в том, что ты делаешь? Прямо сейчас тебе сказать? Давай вечером поговорим об этом. Ну, что ты делаешь? Хорошо. Не уклоняйся, не дави на меня, потому что я могу согласиться. И скажи мне, есть ли у тебя продюсер? Продюсер, с кем ты спишь? Пользуюсь случаем. Пожалуйста. Я очень вас прошу. Значит, умная, красивая спортсменка, комсомолка. 20 лет. Я вам сейчас признаюсь. Ну, то есть никто не знает. 20 лет мне. Пожалуйста. Ищу продюсера. Готова. 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 Самое главное, возбуждали. Я готова. В общем, готова я. Скажи, песни у тебя есть, чтобы петь? А ты знаешь, что покажи умные песни, люди, когда песни, думают, да, они чешут, короче, мол, а глупый затылок. Нет, ну ладно, ну, давайте. Я не претендую. Покажи песни. 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 А теперь встречайте бэк-вокал. Это не бэк-вокал. А что это? Ну давайте поднимайтесь. Поднимайтесь. Смотри, какие у них ноги. Я считаю, что ну, презентацию надо начинать с ног. Бэк-вокал. А, балет, шоу-балет. Нас повысили. Это здорово, что есть ноги. Посмотри. Оп. А? Вот как у нее парень злой. У нее, извини, я... У нее еще злее. Блин, скользкая. Ты специально намазали, чтобы скользила сама? Конечно, чтобы скользить. Девчонки, теперь смотрите, скажите, что друзья, смотрите все Дро ТВ и Дро с нами. Ближе только. Да. Готовы? Насчет три, да. Смотрите Дро ТВ и Дро вместе. Ну давай. Раз, смотрите Дро ТВ и Дро вместе.